Да ладно, смотри. Чё, хуёвый рефлекшн, что ли? Ну, это не верх совершенства, конечно, наверное. Хотя вот после, как сказать, после того, что в КСП вообще его не было, да, вот этой блестящей поверхности, все вот эти дела. Вон декуплер, ой, этот, как он называется-то, вот эта хрень желтая, он как переливается. Как настоящая прям. Чё, блин? А раньше не было такого вообще. Он просто был и серый, и невзрачный. Для КСП, по-моему, это вообще нормально. Вон, сделал сегодня эту чисто случайно сталь. Ну, как чисто случайно. Чё-то ковырялся, ковырялся. Кнопочки жал-жал. Блин, мне надо, конечно, в текстурировании почитать. Поучиться. Потому что там всякие эклюзии, окклюзии, битмапы. Блять, я половины из этого не понимаю. Жмякаю куда-то, пробую, жмякаю, пробую, блин. Все методом тыкано. Ну вот, получилась вот такая панель. Благодаря этому эффекту рефлекшн. Без рефлекшена хер бы такого результата добился. Ну, смотри, что, плохо отражает, что ли? Блестючая вся. Ну вот я, вот правда, мне интересно самому, но вот я считаю, что это похоже на металл. Ну, он как бы такой, как вот только его ошкурили, только-только. Ну, может быть, даже, как сказать, ну, не стопроцентный такой металл, ну, да, рядом где-то. Рядом с металлом лежало. Вот он такой грубой шлифовки. Ну или алюминий хотя бы. Ничего не похоже. Ну такой он как бы не зеркальный, а вот именно такой. После обработки такой. По-моему, нормально получилось. Ну не знаю. Уж металл-то я в своей жизни повидал. Если уж на то пошло. Ну, настоящего металла. Вот. Ну, он, конечно, такой бывает. Только впервые. Несколько часов, так сказать. Потом он, конечно, окисливается и блестеть перестает, но... Смотря какой металл, опять же. Смотря какой металл. Ну, все равно вот этот вот рефлекшн, это офигенный эффект в КСП. Что ни говори. А то, что ты говоришь, он тормозит, ну, да, наверное. И, кстати, ну, здесь, наверное, сейчас я ничего не сделаю, а, ну да. У меня второго управления нет здесь. Вот насчет стекла. Я что-то пока не воткну, как его сделать. То есть я его как бы сделал, но оно как бы говно. Вот стекло говно. Вот это вроде бы получилось. Ну так, я считаю, нормально для первого раза. А вот стекло... А, блин. У меня тут нет стекла, да? Не, подожди, есть. Вот оно. А вот стекло, оно у меня что-то не вопрос, как его сделать правильно. Но я хочу как? Не просто стекло, как бы, а вот чтобы оно, во-первых, рефлекшн было. Доставься ее.
А во-вторых, тонированная. Ну, то есть, как бы, такое, с одной стороны, ну, хотя бы, ну, ну, пусть это даже с двух сторон тонированная, хер с ним. Я уже на это тоже согласен, я просто не знаю, как. Ну, вот оно получилось, как бы. Оно как бы получилось прозрачным, я его вроде бы смог сделать прозрачным. Оно как бы даже рефлекшн слегка. Вот, ну то, что оно прозрачное, видно, да? Вот, и то, что оно рефлекшн, как бы тоже. Но я хоть, ну тут рефлекшена мало почему-то, то есть и оно черное. То есть в Unity оно выглядит светлее намного, а тут оно почему-то черное. С чем связан, хер его знает. Ну, а то, что оно прозрачное, ну вот видно, вот. Вот, если я на здание направляю, вон они. И прозрачности хочется. Прозрачность регулируется чем? Альфа-каналом? Это, ну, я так понял, что если текстура будет с альфа-каналом, потом крутишь альфа-канал, и сила прозрачности, ну, в смысле, степень прозрачности увеличивается или уменьшается. Так или не так? Короче, я ни хрена в этом не соображаю, но мне это жутко интересно. Кто бы подсказал? Мне бы такого подсказчика отыскать. А то вот копошусь, и как бы и интересно, и времени много занимает. Ну, то есть, если не знаешь, что именно даст тот или иной эффект, то как бы и очень долго все это происходит. Ну, я и говорю, что я этим занялся-то, господи, месяц-то, без году неделя, что называется. Но все равно интересно. Ну, то есть вот, как бы эффект такого тонирования-то есть, тонировки. Но вот прозрачности хочется, посветлее хочется и еще, ну, эффекта вот отражения бы тоже, конечно, побольше. Как это сделать? Пока не знаю. Короче, целый день сегодня с этим стеклом сидел. В итоге стекло не получилось, зато получилась сталь, вот, которую показывал. Ну, все нормально. Одно не получилось, другое получилось. Ладно. Разберемся. Пока.